Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артём Динамик, и сегодня мы начинаем прохождение игры Deadpool. Deadpool, да-да, после фильма, который я не так давно посмотрел. Вы посмотрели раньше, я знаю. Вот, я очень захотел пройти данную игру. Ну что ж, компания, поржём вместе, дом, милый дом. Сложности ветеран, да, ну окей, да, ветеран, погнали. Так, окей, вот, мы, соответственно, посмеемся вместе и окунемся в атмосферу просто дикого безумия. Безумие Дэдпула. Фильм, кстати, был позачетный. Дэдпул, это Логан. Получил твое сообщение. Последний раз говорю тебе, нет, нет, ты не можешь покататься на черной птице. И хватит мне об этом звонить. Эй, Дэдпул, это Домино. У меня есть для тебя заказ, если ты заинтересован. Платят хорошо, так что подумай. А по поводу твоей смс-ки насчет... я не могу. Слушай, это был только один раз. В общем, позвони мне. Дэдпул, это Питер Делапена из Хайман Студио. Ну, ты помнишь, еще все время он называл меня придурком. Когда ты подтвердил... В общем, пролистал твое предложение, не буду делать вид, что я понял, что это за хрень. Но ответ все равно нет. Мы, пожалуй, не воспользуемся твоей идеей о супергерое. Что? Он сказал нет. Это был наш шанс у создания игры про нас. Может, стоило описывать нашу идею цветными мелками? Расслабься. Еще один предмет. А что он передумает? А, точно, из-за Дэдпул. Это Питер, ну ты помнишь, который придурок. Ну ты помнишь, звонил, сказал тебе нет. Я такой шутник, конечно же, я имел в виду да. Твое предложение, которое мы получили сегодня утром, произвело в офисе настоящий фурор. Гениально, просто гениально. Если коротко, поздравляю. Давай сделаем твою игру. Вот видишь, снова наш запальчивый склад характера спасает положение. Дай пять. Да у нас нет рук, мы голоса в твоей голове. Мои топ-разработчики уже делают сценарий. Как только будет готово, я пришлю его. Сценарий? Дэдпул. Дэдпул. Ну что ж, игра про Дэдпула, в которой он знает, что он в игре. Это какой-то бред. Сценарий. Как будто простофили писатели лучше меня знает, как показывать, насколько я удивительный. Удивительно, это скорее к Человеку-пауку относится. Да что ты знаешь об этом ботане? Клек. Выключил телевизор. Так, ну что, походим по квартире? Эй, что это? Ребята, теперь мой каждый шаг отслеживается? Я еще не достиг ничего в этой игре. И еще одна. Так, броди по моей квартире. Так, по собачьи. Бампер. Как подвигаться за яиц? Отвали, красная хреновина. Просто сиди на месте. Пока я тебя не пристрелил. Давай еще можно. Собачка, мне нравится свой стиль. Ну, это собачий стиль, для тех, кто не понял. Гитара. Ей! Ну вот, ребята, делавший реквизит, так и не сделали мне крутую гитару. Так. Да ну, так, комиксы. Твою мать, он поднял шкаф. Смешно. Так, ладно. Так, дверь звонят. Пойдемте. Список какой-то. Тизер видео. Видео тизер. Так, сделать вонючку, убить микробу. Сделать вонючку. Ой, ты льстец, малыш. Более реалистично. Ты сам напросился. Болезни еще и урчащие звуки. Оп. Когда приходится попадать, чтобы получить удовольствие. Ах, боже мой. Ладно, открой чертову дверь. Пошли. Наконец-то, обслуживание номеров. Ты уверен, что хочешь выйти из квартиры? Да. Hello, sir. I have a package. У меня есть какая-то хрень. О, Йоньк. Хе-хе, посылка. Слова повсюду.
Отстой. Может, попробуй прочитать немного слов? Ладно, сцена первая. Темная ненавистная ночь. Дэдпул наняли убить медиамагната Ченса Уайта, который бла-бла-бла. Это нафиг, вырезать это. Ах, цветные мелки. Шик. Почему ты пытаешься убить его там? Какая разница, это искусство. Узрите. У-ху! Не уверен, что кто-то понимает замысел. Эй, игрок, продолжай, скоро поймешь. Мы собираемся изменить твою никчемную жизнь. Пора пошуметь! Нормально, ребят, ну вот так вот. Я не стал ходить долго по квартире, я знаю, что там много разных приколюх. Я честно вам скажу, я их видел, ну вот. Я думаю, вы тоже. Игра старая. Так. Ты не понял, как играть? Я никогда не читал инструкцию. Ты не можешь читать, могу. Посмотри, что делает А. Делай эту хрень, как говорит Хаймун. Так, ну, А делает удар. Она... Ну и что? А, господи. Прыжок. Двойной прыжок, окей. Икс делать тоже непонятно. Тройное комбо. Нажмите Y. Тяжелая атака. Просто сильная комбо. Болванчики, окей. Раз, два, три. Попробуй комбинировать их с Y. Окей. Так, и еще одно несложное комбо. Нажми Y после любой атаки, чтобы продвинутая комбо. Разблокируй магазин и другие продвинутые комбо-атаки. Б ты уже нажимал? Телепорт. Окей. Так. Так. Так, покупать контратаки, которые будут в магазине, окей. Давайте дальше. Besides you two schmucks, one crate, please. Так. Какой-то ящик Дэдпул достал. Сейчас посмотрим, что в нем будет. Быстро нажимайте А. Давай. А, ну-ка. Батут? Иногда как раз это там подготовки у Матта больше всего. Для домик для прыжков. Боинг. Боинг. Вот там открылся дверь, понятно, пошли. Попрыгали. Мы не получаем урона на нападение, так что вперед. Убьем его скрытно. Давай. На Y. Ага. Хренась! Ух! Ты получаешь очки за убийство плохих чуваков. Хорошо. Погнали. Давай. Оп, не то. Окей. Так. Бэнксай мы можем купить. Окей. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. Отлично, мы смогли открыть. На самом деле очки я просто перед записью уже тестировал, вы сами понимаете, и немножечко очков заработал. Поэтому у меня хватило. Доберитесь до верха и сделайте ура взрывчатки. Окей. Давайте. Играем на геймпаде, ребят, поэтому, возможно, вначале буду урачить. Поэтому посмотрим. Ну, очень хотелось на геймпаде в Дэдпула поиграть. Сами понимаете. Окей, класс. Прыжок от стены. Так, и там еще... А там есть что? Нету. Ладно.
Окей, собираемся. Так. If it were me, I'd chain wall jumps together Оп. To get higher. Оп, хорошо. Так, теперь нам туда. Ох, чуть еле допрыгнул. Так. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome. Laws of physics. Оп, нормально. Oh, and hold the jump button to mantle up ledges. Так. I think I need to make an entrance. Нормально. Ну, в общем, прорвались. Прыжочки тут все. Такой стартир вышел. На! Влетел. Прикольно. Вот что случается, когда обличаешь SCS Burrito в фасолью. Now be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Так, болванчик направляется к вам, ну. Так. Это я, Дэдпул. Я учился с тобой в высшей школе, говорит. Что тут, говорит, происходит? Time to hop the elevators. Where could they be? Why are we here again? Ha! We're getting paid to off some billionaire douche nozzle. That'd be media mogul. Ломаем их, ломаем, пацаны. Marbles, a private army, make babies cry. Your classic easy to hate food. Хорошо. Конечно. О, там лежит. What are we doing again? Elevators. Are you even paying attention? Of course I am. Ну что такое, попасть не могу с геймпада. О, хорошо. Так. Хорошо. Оп. Парнишка пришел. Все. Нормально. О, как больно. Так, вот собрано. На. Hey, what's your blood type? Какая у тебя группа крови, говорит? Погнали дальше. Alert! We are locking elevator access now. Так, надо забрать очки. Listen, little mask moron. Nobody comes into my house like this. I hope it was worth it. Так. Я помню. Oh, I know. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we can find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. I like this guy. We should keep him around. To maintenance. Somebody get down there and. Итак, ребят, вот здесь надо стрелять, наверное, потому что здесь стрелки. Come on, recharge. Давай уже. Can't teleport yet. Подреснуться, где они? Сейчас мы реснем хэпуля. Сима, no health packs. Так, ЛТ. А, вот так, нормально. То есть надо чуть подождать. Так. Wow, you are one lucky guy, because that would have taken most people's head clean off. Так, ну, перестрелочки, кстати, на геймпаде так себе. Очень довольно тяжело. Now that's some results. Sorry, guns need bullets to work. Так, патрон нужны. Патроны вот здесь. If that hit you in the chest, I'm sorry. А, во, нормально. В принципе, автонаведение есть. Поэтому можно тут что-то сделать.
Где он? Так. Нормально, забрали. То есть, в принципе, стрелять возможность есть. Все, просто немножко приноровиться надо было. Так. Исчезла чимичанга. Ну ничего, пошли дальше. О, щит. Оп! Что-то странное, ну ладно. Я жаловал бы. Так. My, what big generators you have. Is that code? Nah. Не, я хочу слэшер. Innuendo, innuendo, forget. Ладно, забудь, говорит. This is what I think it is. Я, короче, как его называют? Я-то надеялся то, что, ну, будет побольше слэшера. Так? Я такой виртуальный. Вот так вот. Разгон. Выполняешь комбо, поднимаешь индикатор разгона. Делаешь лётные труги. Можем новый прием разгона, улучшая свое оружие. Хорошо. Потерянные очки. This would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to happen. Come on, let's get it. I'm gonna beat your ass down. I'm actually gonna need that back. Так. Окей. Just shoot him! How the hell do you fools keep missing? Chancy, lay off your boys. They are hitting me. It's just that I'm healing. Так, давайте заборим их. Уходим. Так. I aim because I care. Так, этого застрелили, нормально. Так, стреляющих. Выносим. Ай-яй-яй, сам подставился. Так, а почему у меня мечи? Секунду. Я хочу сурикены свои. Так, на патроны взять. My bullets, mine. My bullets, mine. Так, нам туда. Так, окей. Так. Оп, давай, давай, стульчик. Хорошо. Это было firefight. Нормально. Окей, поехали на лифте, как обычно, мы же Дэдпул. Наслаждайтесь пением. Ты не можешь петь. Молодец. Видишь, как он поет, как ангел? Ой, твою. О, лист стал. Наверное, столько. Так, ну нам нужно выстрелить. Так, ну, короче, с той стороны есть у нас... нет, нету. Тогда, значит, туда. Ну, зелененьким подсвечены места, где можно пробежать стены. Так что... Так, время от времени, говорит, улучшение, да?
Так, 15 тысяч — это укрепление обоймы, добавляет 2 патрона, увеличит количество очков ДП за убийство, увеличит скорость стрельбы, 15 к урону. Увеличить на 70. Скорость. Стрбз. Нормально. Давайте пистолетики возьмем, потому что урон нам нужен. Прыжочки. Да ты сам знаешь. Так, там было потом взять, ну ладно. ЛБ использовать. Окей, открываем. Хорошо. Опять я с этими. Я хочу с этим. С сюрикенами. План поменялся. Вывести его из... ТВ-студия. Так, нормально. Вот, кстати, сюрикены хорошо бьются. Вот это да, маку сюрикенов. Диан. Так, валим всех. На. Хорошо. Да ё-моё! Привет, братиш. На! ЛБ, что перезарядится, хорошо. Так, там туда. Так. Валим. На! Вот так. Привет. Газ. Давайте посмотрим, сколько я отпадный. Так, валим их. Валим, валим всех. Валим, валим, валим. Крепление оттуда, окей. Who dares summon the master? Разгончик! Так. Это моя любимая пуля. Можешь послать ее обратно? Так, вот это по двупульски прям. Больше нигде не пропустил очки. Так, бьем. Где? Оп! Надо, короче, этот вареньков-то валить, который с ближнего боя.
Где он? Сколько уже пули горит в твоей голове? Так, суперсложные комбо выполнены. Валим, валим, валим всех, просто вымачиваем. Ух, давайте, ребятушки, просто слэшер такой зачетный. Где они? Один есть. Второй есть. Так. Оп! I'm rubber and you're glue. Nope. Так, тут чимичанга. Где? Так, патроны нужно. Я не знаю, там стоит сходить, наверное, за патронами, потому что, ну, без патронов так мы как, да, ребят? Так, это для дробовика. Вон они. И очки, еще 2000 очков, нормально. Не, ну вот этот коридорчик, конечно, не очень хорош. Хорош, когда на открытой местности их много, это весело, а так. Так. Режем, 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 парня. Ты дурачок, что ли, со мной в ближний пошел? Я застрял. Ой, ребята пришли. Оп, граната там. Так, хорошо. Ты еще не приобрел тут предмет. Патрошки. Всякие шняшки. Собираем. Все нормально. Сейчас, ребяточки, секунду. Так. Движемся. Вы, короче, убили его, говорит? Снаружи не так весело. Ой, там вертолет. Так. Я могу видеть свой дом отсюда. Надо зайти забрать, ну ладно. Так. Holy shit! Someone could get hurt on this thing. Так, залазим. Световая граната, нечаянно зажала. Благо нас не зацепило.
Нет, наоборот! Вот так. Перезарядочка. Дэдпул, перезарядочка. Да хватит стоять красиво в стойке. А ты перезарядился. Ча-чинг! Don't mind me, guys. Just here to steal your multi-million dollar military-grade whirlybird. Кэш. Повеляй перед вертолетом, сделай пару отпадных трюков. Да я-то с радостью. Would it kill you to do a better job killing them? Так, приходится надо самому помочь. О, shiny! Светяшка. Так. It is I, a well-compensated establishment provocateur. Так, забрали. I want him dead. Get Shark One off the ground and rip him to pieces. Roger that, sir. Consider him handled. Damn, they found the helicopter's on switch. What, you can't hijack a chopper while it's flying around trying to turn you into shredded cheese? You doubt our skills? Prepare to be amazed! Bullets no work on Пули не работает, она знает птицу из металла. I can't kill that chopper with my guns, but I can scare him. Low on energy, but full of vitamin C. Да я сон ХП. Сейчас вот это застреляем через баги. Так. Куда мы можем пойти? А, ну в принципе мы же можем ТП-шиться. Stupid teleport recharge. Stupid teleport recharge. Так, recharge сейчас телепорт. Так, перезарядочка сейчас, ребят, сейчас есть. Ой, я что-то не на ту кнопку нажал. Ладно, ждем регенерации. Так, где вертолет? Dude, these guns we have suck. That one doesn't suck, but we don't have it. We don't have it yet. Так, и значит нам сейчас надо бы право сюда. Hey, cool down. Воу, подожди, а, нет, не сюда, а куда нам? Нам надо как-то забраться на эту штуку. А, ну вон лестница есть. Так, окей. Четыре тысячи, еще. Оп, нормальненько.
Лети, Люны, туда. Ой, хорошо! Ой, ребята! Чимичанги! Ох, мясо! Мясо, ребята, просто мясо какое-то творится на экранах. 18+, строго. Так. Короче, говорит, лети в аэропорт быстро. Оу! Держись прямо. Боже, я это лучше летаю. А это мысль. Так, что будет делать? Не, погоди. Дэдпул, ты... мы летим, ё-моё. Джордан, we cannot fly. Но мечтать не вредно. Мечтать, да. А вот заблуждаться... А, еще... Знаешь, что еще не вредно иметь? Опыт. Так, ребятушки. Ну что ж, на этом серию закончим. С вами был Артем Динамик. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Ну и всем пока, друзья, до встречи.